Ирина, скажите, где мы? Это парк 28 панфиловцев. Это вот памятник панфиловцам погибшим. Ага. Защищающим Москву. И вот там надпись очень известная. Велика Россия, но отступать некуда. Позади Москва. Супер. Ну, он производит впечатление, конечно, знаешь, такое. Когда смотришь, ощущение защищенности. Мы там дальше, там есть памятник немножко другой. Он памятник афганцам. Но мы, например, я не знаю, мнение, у каждого свое мнение, конечно, мы его считаем неудачным. Почему? Сейчас посмотришь. Все, сейчас переместимся туда, где можно его посмотреть. Потом просто сюда вернемся. Ну, я так понял, довольно популярное место, да? Тут свадьба проходит. Да. Свадьбы. Тут раньше, например, принимали в октябрята, потом в пионеры. А теперь тут просто свадьба. Вечный огонь, вот он как был когда-то, когда вот его зажгли, так он и есть. То есть его ничего не меняется, все так же. И еще раз. Вот так. Он давай.